Подопечная попросила ее сопроводить в храм, в который она ездила около 30 лет, к своему духовнику. И вот эта бабушка, она несколько лет не могла никак приехать, ну, в силу обстоятельств. И вот вступила к нам в службу просьба о сопровождении ее. Вот. И так вот получилось чудесным образом, хоть я и была координатором, но в итоге я поехала как доброволец проводить ее. Вместе с добровольцем тоже девушкой, у которой была машина. И, конечно, я очень запомнила вот встречу ее с ее духовником, как важно и для нее это было, и для него. Он был очень рад и удивлен. И, конечно, вот после она прям светилась от счастья.